Добрый день. Что-нибудь води и патрульные автомобили? Приедется. Приедется? Вы на своей машине? С машины. Попросил? Да. Мы бачили, сам сюда пришел сел. Сам покричал, да. Попросился, да. А в распоряджении Сиренко вам доводили? Ну что, хай мерзне на улице. Вам с распоряджения доводили? Мерзне на там улице. Что-то сказано про мерзне или не про мерзне? Можно ваше посвідчення? Да, пожалуйста. А за що розпрошу? Двері закриті, я вам сказав. Та не ламайте ви двері, ну що ви дивіться? А чого ви ламаєте? Мої двері поламали. Я не хочу, не ламайте машину, кажу, мою. Вона не ваша, не хочу, щоб ви були присутні в автомобілі. Ну так ви не хочете, а що? Відійдіть, будь ласка. Мені холодно, дайте погріться. Будь ласка, що я автомобіль сідаю, погріться, кажу, дайте. А чого ви водія дали, погріться мені не дає? Та хто провів? Шановний, давайте не толкайте, скажу. Вийди з машини, поможи. Дайте посидіти. Дайте погріться, мені холодно. Ласка, не провокуйте. Не провокуйте. Дайте погріться тут. Ще раз говорю, не провокуйте нас. На вам секунду. Не провокуйте. Водій можна боїться, чи йому жарко. Ну, повторюю, не провокуйте. А нас. Хто кого провокує? Ви що? Що ви робите? Ну мені холодно, ну дайте погріться. Ви розрішаєте всім. Що ти такого? Це ж не пункт обігріву. Ну так і що? Так дивіться, а чого водія? Що водій грівся? Водій можна. Водій попросився, бо ми на нього. Так я теж попросив. Ми на вас, ми протокол не складаємо. Дайте подивлюся статтю 40. Що ви хочете подивитися? Будь ласка, дивіться, що я должен вам її показувати. А ну скажіть, а де написано, що якщо ви складаєте протокол, то можна сидіти в машині? А чого мене провокує? Провокує, це знаєте, що це провокуційне питання. Ні, а де таке написано? Я вам не буду на нього давати відповідь. Так що ви кажете, що написано протоколом? Закрийте двері, будь ласка, з тої сторони. Дайте посидіть, погрійте. Закрийте двері з тої сторони, будь ласка. Ви мені скажіть, де таке написано? Шановні, закрийте двері з тої сторони. То водій вона сидить в машині гріється. Закрийте, будь ласка, двері з тої сторони. Я вам ще раз повторю. Прапорщик. Ну, можна ваше посвідчення закрити двері? Я до вас не звертався, шановний. Попроси, на тебе звертається. Ваш лейтенант, ви до мене звертаєтесь? Мені неудобно в такому положенні вам показувати. Ви нормально сядьте, чого ви переживаєте? Ні, ви, будь ласка, закрийте двері, я вам покажу посвідчення. Я присяду, погріться. Ви сюди не присядете. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Сюди ви не присядете. Я скажу прапорщику, от наш лейтенант чинить мені. Добрий вечір. Добрий. Що порушуємо? Кого? Накази. Які? Внутрішні. Пан Єршов вам не начальник? Як це не начальник? Що водій робить? Так а що ж таке? Водій заплатив за мною машину, хлопчець. А для чого? Заплатити не можу. Якраз нам поможете, хлопці, наверное. А для чого? Ну так. Да. Якщо не важко. Є драгер? Так, ні, ви спочатку. Сначала протокол продуємо, а потім пояснення напишемо. Я ж не проти, я не забороняю їм знімати. Здрасте, а мене вас. Здрасте. А що робить водій в машині у вас? Присів, бо прохладно. А що, не може сидіти в своїй машині? А? Не може в своїй машині сидіти? Ставити, чи що, шановні? Що ви кричите? Я не хочу, щоб ви кричите. Я не кричу, я просто кричу, але мені условія ставити. Зумати свою. Що водій в машині робить? Як що роблю? Нарушив. От пишуть протокол. Куди ви сідаєте? Хто вас приглашав? Приглашали водій. Вийдіть, будь ласка, тільки. Вийдіть з автомобіля. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Я а що ви чіпами чіпаєте? Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Товариш водій. А що, водіть не можна, йому не взяти, що? А що вас хтось приглашав? Інспектор. А Сиренко вам доводив приказ, що посторонніх осіб патрульний автомобіль не спитав? Та ви що? А де я що буду? Ви що? Не ви що не мені спитаєте, буду... а Сиренко спитайте. Я буду писати на морозі протокол, чи а що? А мене волнує, піди в нього спитай. Скажи Сиренку, що я на морозі не можу писати. Він тобі розкаже, де ти будеш писати. Поняв чи ні? На морозі, мене питають. Що прикази командира свого не виконують? Я говорю, ви адекватний чоловік. Здравствуйте. Здравствуйте. Що робить людина у вас в машині? Закрийте двері. Що робить машина, людина, машина. Водій? Що робить водій у вас в автомобілі? Не посвідчення покажіть. Інспектор. Дайте я вам. Ідіть. Посвідчення покажіть. Ідіть. Ми на вас напишемо заяву Сиренко, хай розбереться. Хорошо. Покажіть посвідчення. Інспектор, посвідчення покажіть, хто ви такий. Що у вас?
Посвідчення покажіть. Нам все наші накази, це для нас накази, вам, для вас. Я поясню свої накази. Ну поясните. Сейчас предъявы другий тоже, который будет свои наказы пояснивать. Чего объяснять? Для чего водитель повалил машину? Видите, было. Людина... Никто водитель не видит. Мне какую машину? Гура Станислав Михайлович. Тук-тук. 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 Все хорошо? А документы твои лежат или нет? А что за рапорт, ты не понял? Что... Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. А что тут случилось? Собаку остановили? Ну да. А что у вас с тобой водій в машине? Вы ее хотели везти на медогляд, райвидел. Предложили прибордрайвер. Предложили прибордрайвер продукт. На что, продум? Да. А протокол есть у вас? За проведенными знаками? Лоли, який продукт. Як до вас звертатися? Здравствуйте. Чого водія в машину посадили? Ви ж знаєте, що заборонено. Спитайте ж. Це санкції. Так як це санкції? Ви просили сідати в машину чи ні? Ні. Ні, ви самі? Ні, самі сіли. Ну, щоб ви знали, що не треба сідати в машину. Заборонено їм. Так, начальство забороняє. Ну, діть же по-старим. А що случилось? Не присьомники були, так. Да. Хорошо, вже відпускають, так, да? Все хорошо. Зауваження вам. Чув? А як туди, ви бачите, ветеран дорог. Ні, ну правильно. Подивіться акуратно на дорозі. Не сідайте в машину, не можна. І документи не передавайте в руки. По новим правилам, вони вам точно об'яснять, бачите, вони не об'ясняють. Здравствуйте, товариш Фещук. Здрасте. А можна питання? Уже нема питань, так? Да? Все нормально? Да. Отлично. А чего вы порушуете наказы? Какие? Ваши внутренние. Я вас понял. А? Я вас понял. А чего вы водителя садите в машину? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Знакомое лицо. А что у вас делает человек в машине? Ну что, подозрение встанет в полное исполнение. Так а что он в машине сидит? А где он тоже сидит? Но... На себя в машине. Пусть идет рассаживается. А чего документы держите у себя? Заполняю протокол. Может, отдайте, вам человек покажет. А який протокол? Ви скажіть, ви предложили чоловіку, так? Так, я зараз розберусь. Ну, подожди, ну, чоловік сидить у вас в машині. Нам що, ви за сесійну оперативну групу, чи що? Вікторович, да. І документи. Вікторович, заберіть документи. Пригласили? Їм запрещено приглашати. Документи дайте, пожалуйста. Тримайте документи в руках, я буду перетягувати. Виходьте сюди, виходьте. Виходьте, як нам будемо говорити. У вас зараз жезл. Сломается. Порядком мне распоряжаться. Ребят, я не против все, но меня пригласили, я пришел все. Нельзя, им запрещено. Их посадить по приказу нельзя. Понимаете, это коррупционные дики. Ребят, я оформляю протокол. А скажите, пожалуйста, а что случилось? Видео, фото, видеофиксация. Скажите. Час розгляду административной справы. Административный. А чего вы дергали ручку? Вы хотели сесть? Вы что, за рулем у нас были? То сідайте. Представьтесь, будь ласка. Старший сержант Кривенець. Документи можна? Есть. Там допомога потрібна. Кий 1138. Чого ви дергали ручку? Чого ви закрили? А що це у вас за прикол, так розмовляти на ти? А? Відмірована. А? Відмірована. Кулік, попросись машину. Уже пустит. Почекайте, здравствуйте. Почекайте, дайте. Что? Что почекать? Что вы хотели? Это ваш автомобиль? Да. Ну вы сидите вашим автомобилем? Я улицы кукурузной шукаю. Я понял. Мы вам подскажем. Подскажете? Добре. Мне уже подскажут. Дело в том, что в патрульном автомобиле посторонним запрещено находиться. Ну, или вы не посторонний? Мне никого было так спитать. Да я вам расскажу, выходите. Ну, я сейчас, ну, мне уже рассказывают, я же не могу. Я послухаю, что вы мне рассказывают, вдруг он вас обманет. Не надо двери закрывать, я мужчина. Почекайте. Да я жду.
не можете узнать, де улиця Кукурузна при открытых дверях. А вы, скажите, документы тоже им передали? Нет, конечно. Мне показывают, как кукурузу развернуться. Я в кукурузную проехал. Мне надо вы проехали на красный свет? Нет. Они вам за вами доехали и остановили. Да, нам рассказывают, что вы кукурузную ищете. Вы уже в возрасте мужчина, и вам не стыдно, что вы нас здесь хинели. Что ж вы таких? Чего вы тут находитесь в машине? Объясните мне, пожалуйста. Кто вас сюда пустил? Вы сами сели или вас попросили? Попросил. Попросил? Кто попросил? Кто попросил из них троих? Вот цей? Сейчас подождите, закрыто. Я сейчас не подожду. А что? Выйдешь и погреешься на улице. Будешь топить на улице, буде в теплой машине. Понял, что нет? Да, не вишокай мне. Что? Где вам вчить? Да не, нельзя, типа нельзя. Каже, скажи, что это молоко. Здравствуйте. Погреться можно у вас? Да. Что там, дивлюсь, литовский тип, паспорт, да, еще якийсь. Да. Что там, не так машина заехала, как треба, чи что? Что они от вас хотят? Я вас не фиксирую, дивіться. Вот ты кинспектор. Да не, все нормально. Так а что они просили? Просто познакомиться. На улице. Ну, то можете присесть. Присідайте. Можно присесть, да? Конечно. Да не, все нормально. Что они хотят? Что хотят? Дайте фуражку. Просто проверка документов. Не. А что в машине? Водитель поворачивал. На улице же холодно, где же еще? Включил поворот. Я просто был не присел. Я без поворотника заехал во двор. Поэтому меня остановили сотрудники госавтоинспекции. Что у вас на номерах было? Что? И еще у меня были сетовые номера, поэтому они просто разговаривают, предупреждают, чтобы в устной форме больше так и не повторялось. Вы же так не будете работать? Сняли сеточку. Я сам учусь на Красном корпусе, 4-м юридическом факультете. Я понял, вы же так не будете? Забирайте в них документы, вы осознали. Мы сами и все отдадим, чего переживаете. Я думаю, они сначала мне думают, что или устным, или письменным форме предупреждают. Вам не доводят. Позавчера, понедельник. Просив пан Сиренко, дай же что? Дня. Живогляд Евгений Володимирович. Так что вы мне не верите? Нет, не верю. Ну так давайте я как-то припинем, або перезвоню черговому. Можно на видне місце значок повісити. Ну что, не хотели какая-то проверка, непонятно. Сразу в машину, да? Смотрите, нам что-то важное. Да, важное нашли. Вам хочу доложить. Доложить мне не надо такое. Я не начальник. Вы хотите поумничать? Я вам серьезно, по вашей работе, товарищ Сиренко, вместе с Ершовым, вчера в личной беседе нам сказал, что вам, працівникам Державтоінспекції, заборонено высаживать посторонних осіб патрульный автомобиль. Человеку холодно было, девушке было. Я вам объясняю. Я его посадил. Это ее личное. Я смотрите, в его распоряжении написано, он нам сказал, что разослал. Что вы хотите от меня? Чтобы я не садил людей да. в машину. Хорошо, не буду. В следующий раз, если человек скажет, что мне холодно, можно я к вам присяду и скажу, нет. А можно присесть к вам в автомобиль? Мне тоже да, холодно. Так и скажете. Можно ваше знать? Только в моем присутствии. Присядьте там. Мне холодно же сейчас. Второй батальон, второй взвод. Полк ВАИ. Абсолютно верно. Спасибо. Не за что. Лунёв, зам. Что Лунёв? У вас начальник? Он не начальник, он замкомбат. Замкомбат? Я просто не могу понять смысл вот этих... А вас кто-то инструктировал перед выходом? А кто? А что не так? Я вам объясняю, вам должны были довести эту телеграмму. Вы... вас как зовут? Можно? Юрий Витальевич. Юрий Витальевич. Вы сейчас ведете со мной такую дискуссию. Монолог с вашей стороны, потому что вы четвером даже не даете сказать. Я просто не понимаю, в чем его целесообразность. Вы подъехали, на меня на преступлении каком-то поймали. Вы просто увидели правонарушение девушку машины. Это криминал?
Это не криминал. Это нам запрещено. Послушайте, молодые люди. Ситуации в жизни. Представьте такое, что завтра близкий ваш знакомый женского пола стало в лоб. Я же не буду стоять вот так вот на машине, а она будет лежать на асфальте. Правильно? Не, ну ей же было неплохо, она сама сидит. Ну что, не хотели какая-то проверка, непонятно. Сразу в машину, да? Если, не, ну есть нюансы. Если правильно. Она будет лежать на асфальте, вы приедете. Это 90%. Вы просто такой концерт разыграли сейчас. Вышли домой. Да? Просто не перебивайте. Зачем мне я же старше. Завтра мы будем отдать у Сирена. У Ершова. Он нас попросил, вот, когда он нам в понедельник сказал, что вам запрещено садить. Я говорю, что этого подозрения не выполняю. Я считаю, подождите, не перебивайте. Он попросил, если вы установите такие факты, доложить, кто присаживал, номер патруля и кто инструктировал. Вопросов. Потому я расскажу. Завтра в 3 часа мы будем у него. И вот я хочу сказать... Я вас убедительно прошу. Да, я вам... Давайте поедем не с утра. Не перебивайте. Чтоб я в 3 часа не поднимался. Дело в том, после что мне назначили на 3 часа. Все. Пан Ершов. Я... Подождите. Ну не перебивайте. Вы что, не воспитаны или что? Я воспитанный. Потому я вас и спрашиваю, вы меня спросили, зачем мне фамилия инструктирующего? Потому что если он вам не довел телеграмму, то это не ваша вина, что вы ее не выполняете. А вина, не перебивайте, а вина того, кто вам ее не довел. Вот и все. Потому я и спросил. Если понял, вам трудно это сказать, все доброго. Завтра разберется. Что и ожидать? Спасибо. Я вам сейчас отвечу на... Вот вы камеры взяли, снимаете. Вы лучше у Сиренко спросите, когда нам последний раз бензин. Так, а я вижу, что? У вас, блин, на полчаса машина... А можно ваш номер? А вы знаете, я ее не глушу, потому что у нее сломанный стартер. Номер так, а вы не должны на ней ездить, хорошо, если у вас сломанный стартер. Я спрошу. Скажите номер значка. Вот как за ним гнаться? Я завтра спрошу. Номер нагрудного значка вас... К0123. Если, угу. Сломан... если у вас сломанная машина, Владимиров Денис Николаевич. Как вас выпустили? И вот как поступить в этой ситуации?